Всем привет! С вами канал Carbon Lady и меня зовут Инна. Сегодня у нас будет тренировочка для красивой нашей осанки, для укрепления мышц спины. Если вдруг она вас, не дай бог, беспокоит, мы все сидим в телефонах, долго сидим за компьютерами и каждого второго человека спина беспокоит. А если у вас проблемы с поясницей или седалищным нервом, смотрите мои видео, а ссылочки я оставлю в описании. У меня такая возникла идея, что я буду давать и забирать у вас минимум времени, то есть буду сжатые давать тренировки, информацию как можно быстрее, чтобы у вас зря время не забирать, но при этом давать вам максимум пользы. Так что приступаем к тренировке, и я уверена, она вам очень понравится, эти упражнения. И вы помните, что с вас лайки, подписка, а с меня польза. Начинаем! У нас будет 6 упражнений. Каждое упражнение вы выполняете минимум по 10 раз, а то и 15 раз. Выполняйте вы совсем не торопясь, полностью контролируйте свои мышцы спины. Становимся на четвереньки, спинка у вас ровная, противоположная рука-нога, поднимаем до параллели с полом. Выдох, прикоснулись колено-ладошка, опять вытянулись. Во время вытягивания делайте выдох. Повторяйте таких 10 циклов, не торопитесь. 7, 8. Натянули в таком положении спинку. 9. 10. То же самое мы проделываем на другую сторону. Если вам тяжело держать равновесие, руку чуть-чуть, ладошку можете чуть-чуть в сторону отставить, вам будет легче. Натянули мышцы спины. Раскрылись, прям вот вы не должны расхлябанно делать упражнения, а прям напрягать свои мышцы, когда вы выходите в параллель с полом. Еще у вас 2 раза. Таких упражнений очень важно контролировать дыхание. Закончили. Второе у нас упражнение. Мы точно так же остаемся на четвереньках. Одну руку мы на затылок ложим. Не создаем никакого давления. Рука у нас только лежит. Делаем скручивание вовнутрь. Разворот. Максимально, что у вас позволяет ваша растяжка. Открыли грудную клетку. Опять свернули. Развернулись. И чуть-чуть задержались в пиковой точке. Выдох во время разворота вы делаете. То же самое мы проделаем на вторую сторону. Не торопясь, мы это все делаем. Голова у вас идет, взгляд сопровождает у вас локоть, который за головой.
Максимально открыли грудь. Выдох вверх, не забывая. У вас должны максимально расслабиться мышцы, при этом максимально растянуться. Закончили. Следующее упражнение. Мы ложимся на пол. Ручки ладошками у нас вверх. Ноги лежат у вас на полу. И подняли корпус вместе с руками. Назад вернулись. Приподняли корпус. Вернулись. Во время выдоха вы поднимаете корпус, но при этом вы напрягаете еще свои ягодички. Ноги у вас лежат на полу, не поднимайте ноги. Когда вы поднимаетесь, голова у вас, смотрите вперед. Не перед собой, а вперед. Поднимайте тоже голову. Ягодички напрягаем, не забывайте. Еще раз. Закончили. Делаем махи в таком же положении, руки вперед. Ручками и ножками делаем махи по 10 на сторону. То есть всего 20 раз вы делаете. Закончили. Это упражнение очень быстрое, его можно даже делать медленнее. То есть раз. Если вы быстро, вы можете сделать больше количества раз. Приступаем к предпоследнему упражнению. Мы точно так же остаемся на животе. Ноги мы тоже, ручки ложим перед собой, приподнимаем вместе с ногами, руки вперед. Сводите лопатками, спинка у вас ровная, ягодички напряжены, помните об этом. Делайте не торопясь. Выдох во время, когда вы руки, лопатки сводите. Еще раз. Закончили. Последнее у нас упражнение. Мы точно так же остаемся. На полу ложимся, руки в стороны, сжимаем кулак и большой палец кверху ложим. И поднимаем ручки. Лбом мы упираемся об пол. Ножки у вас лежат на полу, но не расхлябанное такое расслабленное тело, а сделайте такое напряжение и делайте пальцы вверх. У вас большие. Свели, выдох. Выдох. Руки не ложим на пол. Закончили. Такой у вас супер, я вам скажу,
комплекс, спинка у вас ровная, вот вы чувствуете, вот я сделала, и у меня прям вот грудь вперед. Поэтому вот этот вот комплекс вы можете проработать 3 круга, и у вас будет, поверьте, супер самочувствие. Кому хватает одного круга, без проблем, можно 1 круг делать. Выполняйте это упражнение, я советую, минимум 3 раза в неделю, но, в принципе, если по одному кругу, я думаю, что вы сможете уделить 5 минут своего времени, чтобы проделать этот комплекс, и на самом деле у вас спинка, вот я сделала, реально у меня спина вот ровненькая, я чувствую это, поэтому берегите себя, берегите свое здоровье, ухаживайте за своим здоровьем, и оно вам скажет спасибо. Всем пока-пока!